Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот хочу показать вам. Казалось бы, все нормально, только один момент, вот эта свиноматка. Она супоросная и нифига еще даже не это самое. Сейчас, секунду, подойду ближе. Она супоросная, а поросята обнаглевшие завалили и решили, что это ихняя мама. Ну вот их мама обижается. Я уже лет 5, наверное, со свиньями, но такого еще не бачу. Она не то, что их не отгоняла, она их еще и завел. Смотрите, такого цирка еще не было. Но не нахуй, они, короче, всех, кого видят, всех пытаются пососать. Причем они сидят у двух разных свиноматок. Выводок один, но разделили, чтобы разгрузить свинку. И, наверное, из-за этого они у нас такие, как скажем, общественные стали поросята. Ты нормально вообще? Ладно, буду заканчивать это все. Вот мама пришла, меня обрызгала, тварь. Ничего. Да, было бы вообще такое не было, чтобы свиноматка, которая даже не опоросилась, а кормила чужих поросят, это нечто. Все, кормление закончено. Кормилица, блин. Кормилица. Шо, шо, с ума сошла или что? Детей защищает, блин. Ты давай, если ты не опоросишься через неделю, поедешь ты на, проведаешь там какую-нибудь бойню, елки. В общем, вот такие вот бывают приколы. Воды нальем трошки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.